Лидеры стран Евросоюза приняли решение отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT в рамках 6-го пакета санкций. Об этом написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в Твиттере. Пресс-служба Сбербанка сообщила, что банк работает в штатном режиме, так как внутрироссийские операции не зависят от SWIFT. Внутри страны все платежи межбанковские проводятся без использования системы SWIFT через систему передач финансовых сообщений, созданную Центральным банком Российской Федерации. Поэтому на внутренних расчетах отключение от SWIFT не сказывается никак. По крайней мере, тот факт, что внутри страны продолжают действовать банковские карты Visa и Mastercard, выданные ранее, это благодаря системе передач финансовых сообщений. SWIFT представляет собой защищенный канал передачи информации о переводах средств. SWIFT позволяет организациям из разных стран быстро и дешево переводить друг другу платежи. В отличие от платежных систем Visa или Mastercard, система используется только на межбанковском уровне. В 2014 году угроза отключения банков от SWIFT уже возникала. По этой причине Центробанк начал разработку своей системы передачи финансовых сообщений. Летом 2015 года к ней начали присоединяться отечественные банки. Уже в 2017 году среди организаций в СПФС вступили Ростелеком, Татнефть, Акбарс. Что же касается расчетов с банками других стран, то эти расчеты могут осуществляться через другие платежные системы, как российскую систему, к которой тоже подключены иностранные банки, так и через китайскую систему, к которой подключен Сбербанк, либо через посредничество других банков. В ближайшее время Европейская комиссия намерена отключить Московский кредитный банк и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT. Напомним, что ранее Евросоюз отключил от SWIFT 7 российских банков, в их числе Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Арина Галямова, Маргарита Михайлова, Универньюз.